Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь, чтобы выходные никогда не заканчивались. Ну что, Владимир, вот мы и пришли на улицу. Наконец-таки нас выписали. Скоро придет твой папа, Максим. А, вон он как раз, он и пришел. Здорово, Натаха. Ну что, родила мне сына, как я и хотел. Да, вот смотри, какой красивенький. А, не понял, Наташа, это что, наш сын? Ну да. В смысле, он же на меня вообще не похож, Наташа, чё за фигня? Чё происходит вообще? В смысле, похож, глаз в глаз, нос в нос. Да не похож, Наташа, ты что, нагуляла сына, ё-моё? Нет, ты с чего взял это? Всё, Наташа, я не хочу иметь с тобой дело, мы разводимся, это не мой сын, он вообще не, ну, я не похож ни капельки, а? Ну и пошел вон отсюда, алкаш неблагодарный, блин, все мозги уже пропил, блин. Все, я пошел, ненормально, детей рожает ненормальных каких-то. Ну ничего, мы с тобой справимся, пойдем домой, родненький. Я не твой сын! Я ребенок Луна! Аниматроник! Здесь гуляют мои братья и сестры! Дети аниматроника вышли на охоту и будут захватывать мир! Ну что, пойду найду своих друзей! Я Луна ребенок! Ну ё-моё, блин, заплатил 50 рублей, а мне, как обычно, не отдают Кока-Колу, хоть бы Пипси уже дали. Дурацкий аппарат, блин, постоянно мне не выдает мои напитки, я уже устал, блин, опять все сломалось. Шеф, ну ты который раз попадаешься на эту ловушку автомата, ё-моё. Да в натуре, Андрюха, уже четвертый раз, блин, я плачу, а мне не дают попить, блин. Надо позвонить Коляну и сказать, чтобы починил эти аппараты. Я уже столько денег выкинул, блин, в них. Никак не могут сделать. Мы вообще-то в полицейском участке. Здесь все должно работать как часы, а аппараты не работают. Все работает как часы, кроме Коляна, который не может эти автоматы починить. Ага, поставили, говорят, будет у вас Пепси, Кола, а в итоге, блин, только денег нет. Ага, в натуре. Ну шо, пошли на работу тогда? Давай, Андрюха, чё там по новостям? Я слышал это, блин, термометры зашкаливают. Алло, ага. Алло, да, здравствуйте. Да, это полиция департамента, да. Вы ведете беседу с Бобби Андерсом, с главным сержантом отдела, да. Что? Ага, старый город. Новый случай произошел, понял какой? Ага, понял. Дети, роботы? О, нифига себе, опять они что ли? Ё-моё, пострадавшие есть? Жертвы есть? О, сколько? Пока один? Кто? 101? Ого себе, понял. Ладненько, все понял, вызов принят? Обработан, да, вызов... Высылайте координат. Да. До свидания. Здорово, Бабиан. Чё там, как дела? Здорово, мужики. Да как? Новый день, новые дела, как говорится. Чё там, я слышал, какие-то дети-роботы, ты сказал? Да, короче, дети-роботы появились в каком-то старом городе. Нам нужно туда поехать и выяснить, что там вообще происходит, мужики. Также там имеются жертвы. Ё-моё, слышь, Андрюха, дети-роботы какие-то начали появляться в наших городах, блин. Я уже не первый раз слышу, помнишь? Ты мне рассказывал на той неделе, что около роддома произошел случай трагический. Там убили женщину, она вышла с ребенком, а это оказался каким-то роботом. Да, было дело, еще постоянно поступают жалобы, то что те дети-роботы воруют постоянно в магазинах. Да? Ладно, мужики, Бабян, тебе координаты скинули? Да, скинули. Ну все, давайте поедем посмотрим, что там за дети эти страшные, а? Давайте. Ну что, рванули тогда, мужики? Ну давай, Андрюха, сегодня ты за рулем. Хорошо, шеф. Давай, Бабян, пистолеты взял? Конечно, в машине всегда лежат. Но я думаю, если это дети, то ничего страшного. Хотя меня пугает то, что они роботы, блин. Ну вот, да, и я о том же. На.
А там же жертва есть, надо все как бы правильно сделать. А, жертвы! Ой-ой-ой, Андрюха, тогда мигалки включай, поехали! Сейчас! Погнали! Поехали, рванули! Слушай, Бабян, попробуй связаться с полицией этого города, вдруг у них есть какая информация по нашему делу. Да, сейчас свяжусь. Давай-давай, свяжись, блин. Алло, прием, прием. Полиция штата Калифорния вызывает штат полицию Колорадо. Как слышно, прием, свяжитесь с нами, пожалуйста, да. Алло. Алло, прием. Пш-пш. Алло. Алло. Прием. Вот, блин. Блин, мужики, слышите? Что? Что-то это, не хотят выходить с нами на связь. Ну ладно, давайте сами к ним зайдем в гости, так сказать. Вот Андрюха, их полицейский участок. Сейчас посмотрим, почему не отвечают, блин. И попробуем узнать данные по нашему делу. Найдем этих, блин, детей-роботов страшных. Ух, тихо, припаковываемся, блин. Нормально все. Мужики, а вы заметили, что никого на улицах города нет? Ну да, кстати, слушайте, а может они эвакуировали всех? Может быть, кстати, комендантский сейчас какой-нибудь, а? Ну, в натуре, может быть. Так, давайте зайдем. Ну шо? Коллеги, здравствуйте! Опа. Вас беспокоят полицейские из другого города. Слышите, мужики, а чё у них никого нет? Пусто как-то. И камеры тоже. И здесь никого, блин. К боссу зайди. И у босса никого нет. Ой, а это у них это, что ли, депутат города? Молодой какой-то. Но в натуре, депутаты. Так, мужики, никого нету, значит, придется своими силами. Слушайте, это, вы же дрона взяли? Да. Да, вроде брали, шеф. Короче, давайте я попробую дрон запустить. С дрона посмотрим, где все люди, и, может быть, найдем какие-то зацепки. Хорошо, запускай тогда. Сейчас запущу дрона. Ну все, мужики. Так, сейчас. О! Все, полетело! Ну, помашите в камеру! Родная. Димон, здорово. Давай только это, поосторожнее, то в прошлый раз поломал почти что дрона. Ага, хорошо, Андрюха, помашим камеру! Давай, давай, дашь танцую! Йоу! Все, мужики, взлетаю! Давай, делай инструкцию там, проверяй, что как. Сейчас посмотрим, мужики. Короче, информация такая. В городе нет машин. Никто не ездит, я смотрю в окнах людей нет. Скорее всего, город эвакуирован. Нету следов даже наших детей-роботов никаких. Слушайте, скорее всего, в городе чисто, мужики. А чё нас никто не предупредил про это вообще? Непонятно, сейчас вижу еще небольшое поселение рядом с городом, так сказать, пригород. Попробую там посмотреть, может, давай, что давай. Будет. Надеюсь, связи дрона хватит, блин. Давай-давай, смотри, чтобы с сигналом было все окей. Так, мужики, заметил... Заметил признаки крови. Слушайте, чё? Там как будто бы кровь, мужики, на каком-то заводе. Сейчас, парни, попробую ниже подлететь. Все, дальше давай, не давай. Дает. Вот с такой высоты сейчас гляну. Мужики. Чего? Там какие-то странные дети. Дети с головами монстров каких-то. Мужики. Может быть, это и есть дети-роботы? Посмотри внимательнее, там есть что-то роботизированное, а? Это не просто дети-роботы. Это дети-аниматроники. Блин, ого себе! Я вижу здесь Глэмрок, Фредди, ребенок, Монти, Луна, Солнце, Рокси, Чика и диджей, аниматроник! Все это там, все, да? Их дети, все там! Так, парни, возвращаю дрона, все находятся, короче, в этом, на заводе, блин! Давайте сейчас туда поедем и попробуем их нейтрализовать! Вперед. Сейчас, только дрона посажу, садитесь пока в машину, парни! Давай, шеф, скорее! Я вижу, как вы садитесь, давайте! Лечу вниз, мужики, сажаю дрона! Давай, упаковываю, Бабя. О, нормально. Все, мужики, садись, дрон пусть поехали. Здесь будет. Поехали быстрее. Ну, шеф, газуй. Едем, шеф. Ну, давайте, блин. Короче, Андрюха, налево, ну ты понял, завод, который на въезде там вон, прямо. Видел такой. Во-во-во, вот здесь, короче, я видел их, мужики. Пока что не разбежались, надеюсь, поймаем всех. Вот они. Вот ё-моё! Они, вижу их. Мужики, да, давайте пойдем. Это, тихо, давайте шо? Это, по-тихому все сделаем. По какому тихому? Мы уже готовы стрелять, блин. А может, мирно попробуем? Ладно, говорится, это же все же ребенки, дети. Так, давайте, на Андрюха не забывай, это аниматроники, блин. Как с ними договориться? Проходим, мужики. Так. Шеф, давай на переговоры с ними. Поднимите руки, иначе мы откроем огонь. Дурацкие аниматроники, вы поубивали всех детей, блин. Всех людей! Ай, блин! Мужики! Зараза! Открывай огонь, остальные, видимо, разбежались. Дети. Открывай огонь, мужики! Ё-моё! Давайте, мужики, зажимайте, за мной бегут, помогите кто-нибудь. Помогаем, они сейчас нас зажмут.
Давай, 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 стреляйте, парни, по ним! Солнце, блин, дурацкое! Ё-моё, аккуратно, мужики, аккуратно! Здесь они! На, я ему в спину стреляю! Давай, 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 красава, добивай его, добивай его! Мужики, работаем! Блин, патроны кончились, мужики, я руками! Зараза! Мы руками! Руками сейчас буду! Хорошо, одного убили! Давай второго! Отлично, давай, давай, давай! Давай, солнце! Он меня головой бьет, ненормальный, шеф! Давай, двоечкой, ядерной базукой, давай! Аккуратно, сейчас остальные все прибегут, мужики, сейчас же остальные выйдут! Опа. Фух, они когда погибают, от них пуки прям так и несут. Так, мужики, ну мы убили только двоих, а здесь была целая армия этих аниматроников детей. Они куда-то все разбежались, надо их искать дальше, блин. Смотрите, убили работягу. Надо действовать, мужики, оперативно, блин, и быстро. Посмотрите, мужики. Ё-моё, блин, так здесь все поумирали. Офигеть. Эти дети-аниматроники всех поубивали, мужики. Всех жителей города сюда стащили, посмотрите, тут очень много трупов. Так-так, тут есть еще всякие пушки, парни, на всякий случай возьмите, а то я слишком мало взял, думал, не так жестко здесь будет. Ага. Вот ага. Это ты очень слабо сделал, конечно. Патроны. Да-да, берите, мужики, на всякий случай, блин, мало ли чё. Так, ладно, я вроде как подвооружился. Ну что, чё дальше будем делать? Давайте посмотрим, тут еще одно здание есть. Давайте посмотрим, надо искать улики. Бабян, слышишь? Давай-ка улики ищи, блин. Слышу, слышу, ищем. Давай, Андрюха, ты тоже открывай. Ё-моё. Выжившие есть, а тут все сдохли. Офигеть, мужики, они ненавидят депутата этого города, блин. Видать, что ты натворил такое. Ё-моё, так, здесь столько мяса. Ладно, мужики, зацепок вроде никаких или чё? Ага, столько мяса и так мало теста, ё-мо. Ага, может дальше пойдем? Слышите, вот сюда? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, может что будет, пойдем. Мужики, блин, аккуратно только. Они могут быть везде. Где Андрюха? Мужики, сюда! Что ты там? Где? Ты куда пошел? Вижу одного ребенка. Не ну-ка, понял, ну-ка, где? Да я в туалет хотел отойти, а вот, смотрите, далеко стоит. А, нифига себе. Давай на машине собьем. Давайте его туда, давайте на машине попробуем, Андрюха. Давай за руль попробуй. Ага, поехали! Колесо пробито, мужики, блин! Ну ничего, сейчас попробуем! Газую! Давай, давай его! Колесо было пробито! Мужики, задавили его! Ё-моё, это был этот, Монти, крокодил, блин, аниматроник! Ты, походу, так задавил, походу, что мы теперь никуда не поедем. Ну ладно, придется дальше пешком идти, но мы уничтожили этого аниматроника! Здорово! Мужики! Чего? Здесь кровавые следы! Они ведут в город, давайте в город! Они чё, в город, что ли, смотались? Походу, блин, они разбежались, пока мы бежали, точнее, ехали к ним. Они все в город убежали, но мы троих уже уничтожили, парни. Давайте дальше, быстрее, быстрее, за мной. Чёрт возьми, опоздали, мужики. Представляете, что бы было, если вовремя приехали бы? Ага, был бы капец. О, они зашли в госпиталь, кровь ведёт, следы ведут в госпиталь. Залетаем, мужики! На позитивничек, давай, шеф! Так, тут Мишка Фредди! Ё-моё, блин, нифига он угарный! Так, парни, раз, два, навались! Нифига, блин, Взрывай его! Стреляй, стреляй! Чудо его, захинули, говорю, блин! Давай, работаем! Это шляпник, блин! На, нафиг! Хорошо, уничтожили! Туда его! Давайте проверим, есть тут кто еще, мало ли чё, а? Эй, есть кто? Люди, мы пришли вас спасать! Это лучшие полицейские этого мира! Оверфония и Бобби! Я вообще про аниматроников говорил, мужики, вот эти людей. Ну смотрите, мы уже много уничтожили, но вроде как, парни, больше нету. Ну короче, все, мужики, нет никого. А сколько осталось этих аниматроников детей, шеф? Ты ну считал? Сколько? Три штуки осталось, блин. Ага, нифига себе, много, слушай. Так, аккуратно. Там вон что-то впереди, мужики. Аниматроник, ребенок Чика. Давайте за ней. Давай, быстрее, быстрее за ней. Руки блин, убегает. Давай, давай, за ней, быстрее. А вдруг это ловушка, шеф? Да какая ловушка? Пофигу, блин, бежит куда-то. Стреляйте по ней. Судьбы, иди сюда. Ё-моё. Развернулась. На нас бежит, блин, это Чика! Капец, стреляйте! Ё-моё, дурацкая Чика! Давай, давай, Бабян, Бабян! Она, кстати, красивая. Ага, аккуратно, это страшный аниматроник, он тебя убьет, Бабян! Работаем, работаем, мужики, пока друзья не пришли! Ага, давай, 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 работаем, работаем, пошу, убиваем! Пошу ей, мы нашли этих аниматроников! Мы уничтожим и спасем мир! Опа. О! Фу! Опять пердежом взорвалась! Все, убили, мужики, по кайфу! Отлично! Ох. Так, смотрите по сторонам, блин! Ага, осторожнее, мужики. Так, тихо, рация. Алло, прием.
Помогите! Это полицейские! Да-да, это полицейские! Что у вас случилось? Оставшиеся выжившие заперлись в банке! Нас штурмуют аниматроники! Нужна помощь! Сейчас будем! Мужики! Чё там? Короче, связались выжившие, поймали радиоволну нашу. Они говорят, в банке их штурмуют аниматроники, блин. Давайте быстрее в банк. Штурмуют? Отлично. Да-да-да, давайте в банк быстрее. Мужики, а кто-нибудь знает, где банк находится? Нет. Я видел, шеф, за мной. Ага, давай, Андрюха, надо спасти выживших, блин. Надеюсь, успеем. Да, бегите да. быстрее, надо спасти выживших от этих вот аниматроников. Опа-на. Где? Наверху написано. Вот банк, давайте. Чёрт, парни, мы опоздали. Они прорвались в банк. Ё-моё, тут два аниматроника. Рокси, диджей, последние оставшиеся. Гасите. Давайте, мужики, мы должны загасить их. Давай, откуда они вообще появились, эти, блин, аниматроники дурацкие? Ну, не знаю. Фиг его знает. Ё-моё, так, я сейчас дробаша, блин. Бабян, аккуратно. Шла, аккуратно, я вообще за стойкой. Перепрыгиваешь, блин, так опасно. Нормально. Так, сюда. Работаем, мужички. Давайте, мужички, работаем максимально, блин. Стреляю по волку этому или кто это, блин. На, башку ему. Так, диджей, все здесь, блин, аккуратно. Давайте сфокусируемся, может, на одном каком-нибудь. Давайте, все на волчицу. На волчицу. Пока она стоит. Ау. Давай. На волчицу, блин, гаси ее. Туда ее! Ё-моё, какие они бессмертные вообще! В натуре, блин! Не умирают! Зажали! Зажали! Так помогайте, блин! О! Минус два! Убили! Зарвали! Мужики, дело сделано! Там еще один аниматроник большой! Где? А, блин, это дерево, мужики! Ты что, гонишь, блин? Ё-моё, это пальма, я испугался! Ага! Ты что? Фух! Так что, мужики, мы уничтожили всех аниматроников? Получается. Выходит, так. Что да. Слышь, Бабен, свяжись с нашим штабом, скажи, что мы выполнили миссию, и люди могут быть спокойными. Алло, штаб, прием, как слышно. Это Бобби Андерсон, главный сержант, да. Короче, мы выполнили задание, убили всех детей роботов-аниматроников и возвращаемся домой. Когда будете? Ну, я думаю, через месяцок так будем. Да, правильно. Ага. Все, давайте, ожидайте, может там пока кофе нам сделать и покушать приготовить, ага. Все, пока. И Людмиле привет передавайте, ага, давай. Все, мужики, поехали. Ну все, парни, погнали домой. Дело сделано, молодцы, мужики, отлично сработано, на совесть. Я считаю, когда мы приедем придем в штаб, надо это, повышение просить и отпуск. Ну да, но надо сначала приехать в штат. Ага. Хотя бы прийти. Ну что ж, ребята, а на этом наш увлекательный ролик заканчивается. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а вас сегодня веселили, развлекали, конечно, как всегда. Оверфони и Бобби, ссылочки на канал ПЭТ скачите в описании, смотрите их видосики и стримы. Ну а на этом у нас все, всем удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! А я Чуаким.